больше 3 метров точно не замечаю. Всем привет, друзья, это... Может где-то есть. Утро перед оффроудом, да, сейчас начнется движение. Это река. Такой Днепр раньше был. Бабушка с дедушкой мне рассказывали. Нет, с течением и чистый. Я думаю, может, думаю, это самое. Пока Брежнев не построил плотину. Или это Хрущев? Придется или нет? Серьезный аппарат. Как Давидыч говорил, эта машина надает BMW и то же самое сделает с Audi. Сейчас я вам покажу ее. Вот тут такое решение оригинальное очень. Ну заводится. Так, ну давай коксу. Тут пороги в неплохом состоянии. Покажи, пожалуйста, подними коврик на секунду, чтобы люди же видели красоту эту. Трава. Мы на мотоцикле ездим. Да, да, да. Облегченный вариант. Скоростной аппарат, ничего лишнего вообще. Мотор есть. Регулировка моментальная. Ого! Ты что? На капоте фотография то, что находится под капотом. В общем, серьезный аппарат и очень жесткий пилот. Ёханы бабай! Да ты шо? Да гонка вообще нереальная. Не, мотор от Мерседеса тут, но... Слышу, у него неправильно подписали М, только дальше что-то не то написано. Это серьезный участник очень приехал. Дмитрий, а фамилию что-то неправильно написали. Не моя еще. Привет, Дмитрий. Здорово. Ну как твое состояние? Хорошо. Заряжен на победу? Нет, баскетбол. А, что, баскетбол у тебя? А... Так оставишь, я могу проехать, если хочешь. Проедешь. Ух ты, елки, как она работает, подвесочка. Слышишь, так багира. Подклинивает. 39-й? Да, серьезный аппарат. Мерседесовский мотор. Вакуум какой-то. Гидравлика. Нормальный аппарат. Андрюха говорит, балка на крыше прикольная. Деревянный свет. Да, хорошая, слышь, так она такая прочная, надежная. Блин, порог просто на уровне талии называется. Попробуй залезть в нее. Да не, ну огонь аппарат. Педали есть. Как-то смещены немножко. Да. Подлокотник. Пульт лебедки. Компрессор. Радиатор сзади. Эта ручка. Ну да, не помешает. И огонь аппарат. За эти деньги особенно. Нас тоже это повезло. Да, это серьезный аппарат. Эта машина точно надает. BMW то же самое сделает с Audi. Ого, все тут. 24-10. Огонь просто. Так, это лайт,
О, ну, неплохое начало. Сейчас посмотрим, как это будет. Это туризм? Да. Смотрите. Да. Ого. Там не надо ехать. Отсюда вы будете съезжать. И возвращаться вот отсюда. А, это вот возврат. Ну, блин, а почему не заезжать? Сюда так интересно было. Для туристов, да. Вот сюда. Упереться и стоять. На вот этот меньший город. Хороший песочек сейчас будет. Очень весело. Так, еще одно место. Веселенькое. Если бы сделали бы вот там, то, наверное, было бы, наверное... Да не, Андрюха, ты сюда не заедешь. Андрюха говорит, поставить сюда машину. Это как Валера прям. Мне кажется, не заедет сюда. А вот убираю тебе, смотри, расчищаю тебе заезд, Андрюха. Не смеши. Подъезжай. Не смеши. Машина, да? Так, это... О, смотри. А, пропает специально. Я чуть не упал. Тоже правильно. А на заднем или что? Не специально. Доставайте его теперь. Да не, сейчас он передок включит. Ты шутишь? Все, старт откладывается. Все, пошли. На обед? Да. Один из самых серьезных участников, вот он. Сейчас он пойдет по этому песочку. Интересно, конечно, как далеко доедет. Готовится человек. Не всех жалко, да? Сюда не достал. Сюда нет, а он где стоит, как раз там, смотри как. Выехал. А зачем? Так, первый пошел. Штурман, выходи, сейчас будет обрыв. Выпади ленту, вот буду давать, стой! Аккуратно, выпутай ленту, потому что потом будет завязан. А вот для чего штурман, скажи. А это обрыва, алло-алло! Так не, колок упал, не то колок упал тоже. Ну ты пусть едет, а ты цепляй. Едь, едь дальше! Так нельзя, какой, нельзя ехать, пока ленту не заедет. Можно, можно, едь, он поставит домой. Так какой смысл, тогда их можно сбивать спокойно, а штурман идет, ставит, да и все. Наоборот, смысла нету. И это, поставил все. Так, пошел там интересное место. Штурман в машине не сидит на триале, он бегает. Ну, все несложно, но на приводном будет труднее. Четвертым будет ехать ВАЗ-2101 легендарный внедорожник. Второй участник. Да не, ну какие-то очень серьезные какие-то машины, да? Так, конечно, прямая. Ого! Вот это сейчас будет ехать? Да. Ого! Сейчас будет экшен, тихо.
Сейчас будет экшен. Все, стартануло, собака. Собака идет? И собака там в машине. Пошел. Ого. Таким выворотом 7. Так. Да разгон же набирает, смотри. Ты видел сзади даже часть кузова, что под лентой проходила, срезал. Блин, чуть не проехал. Ровно колес. Все, нормально. Давай назад. Блин. Вправо руль, вправо руль. Поздно. Блин, он начал красиво. Шторма развернулась и домой, да? Давай его назад. Зрители могут помогать. Ровно руль поставит пусть. Андрюха, ровно руль. Да нет, это легкая машина. Чуть не проехал, в общем. Ну что, ты изучаешь трассу или нет, пилот? Не ссы, все будет хорошо.